Профилактика – это много-много разной работы. В этот раз сотрудники госавтоинспекции вышли на улицу, чтобы пообщаться с детьми. Ребята, здравствуйте. Одинцовская госавтоинспекция. И сообщество родителей. Одинцовского городского округа поздравляет вас с наступающим праздником. Каким у нас праздник? Какой? Новый год. Предстоят новогодние каникулы. Автоинспекторы напоминают школьникам об осторожности на дорогах, о том, что надо соблюдать правила, и для закрепления пройденного материала выдают световозвращающие браслеты. Мы вместе с сообществом родителей вам вручим вот такие световозвращающие элементы. Вы знаете, для чего они? Да, чтобы в темное время суток, когда ездили машины, они видели нас. Браслеты сразу были проверены фонариками телефонов. Школьники теперь продвинутые. О безопасности на дороге они, конечно, узнали не сегодня, но кашу маслом не испортишь. Еще в школе нам даже устраивали такие уроки отдельно по правилам дорожного движения. К нам даже приходили специальные люди, нас через дороги переводили, там учили вообще, как нужно вести себя на дорогах. Да. Будешь пользоваться этим браслетом? Да, мне он очень нравится. Безусловно, он сразу станет заметным на дороге, ярче, и, безусловно, это обезопасит его в темное время суток. Профилактическое мероприятие проходило на центральной площади города. Госавтоинспекция окольцевала безопасностью десятки детей и даже некоторых родителей. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».